Всем привет! Мы приехали на экскурсию на гору Тахталы, на канатную дорогу. Встали очень рано. И вот приехали на нижнюю станцию этой канатной дороги. Будем подниматься на гору, на самой длинной канатной дороге. 4 километра. На высоту 2000... Сколько там? Не помню. 2300 с чем-то метров над уровнем моря. Сейчас будем грузиться в фуникулёр. Серед гір, там, де віє буревій, вільний птах кохану там шукав. Серед гір, ніч та люту заметіть, де ти є, озвійся, він чекав. Чомусь була вона, і хто знав, чим була його вина. Хоч то є, хоч то так, правда одна. Серед гір зійшло зорею в небесах, крізь туман невиплаканих сліз. Він летів до неї, мов додому птах, і любов, і у долонях ніс. Він літав, ощущення непередаваемое. Сказать просто так словами, я даже таких слов не подберу. А була лютая зима, та й згадав твоїх очей тепло, хоч то є, хоч то так, знаєш сама. Страшно даже смотреть. Огромная высота. Такое впечатление, что я смотрю это все по телевизору. Конечно, камера этого не передаст. Конечно, камера не передаст. Это нужно ехать и посмотреть, и насладиться самим. Если вы будете в Анталии, да, или в Кемере. Эта экскурсия стоит своих денег, даже больше 100 рублей. И хоть мы заплатили 68, по-моему, долларов. Да? 67 долларов. 67 долларов за это путешествие, за эту экскурсию. Ну, такие виды. Она реально классная. Даже на Кавказе мы этого не знаем. На Кавказе нет такой инфраструктуры. Там горы, конечно, высокие, но к ним надо так чесать своими ножками. Все так шикарно смотрится. К сожалению, берег моря, он напротив солнца находится. Я не знаю, насколько будет это все хорошо видно. Но такое впечатление, что ты летишь на самолете. И вот береговая линия за облаками. Тут есть такой столб с указаниями. Кувейт, Тегеран, Иерусалим, Баку, Киев. Кстати, не так далеко до Киева. 1546 километров. До Москвы 2204. Thank you.
город находится в лесу. Вот это развалины, останки банных комплексов. Этих лидеров или чемпионов, их имена писались по главной улице на колонне. То есть с этой стороны на греческом написаны имена великих спортсменов. Кадры, или их еще называют мухи. На самом деле их сезон — это июль и август, друзья. Что делает цикада, зачем она вообще в этом мире нужна? Ее предназначение — прийти, сделать приятное самке. Самка, значит, на дереве, когда они размножаются, самка спускается вниз после всего этого процесса. Под деревом, прям под корнями размножается. А самец высыхает на дереве и остаются у него только крылья. Мужчины, мы вас любим. Сейчас мы поднимаемся в античный театр. На этих камнях сидели древние римляне. Даже у них вот такая интересная форма, заметьте. Сиденье, а сюда ноги ставят, чтобы, видимо, не упираться ногами сидящих перед тобой. А вот тут, на этой арене, проходили гладиаторские бои. Собирается установить ворота Адриана, еще одни, которые были разрушены. Видимо, собирают камни, классифицируют их и складывают. В лесу столько приезжает местных, располагаются и пикнички устраивают. Хотя вот сегодня понедельник. Вот турецкие девчонки на джипе. Что это было? Может быть, чей-то дом, а может, какое-то общественное здание. Вот тоже какое-то очень большое сооружение было, большое по площади. Может, какое-то общественное здание. Цикады так трещат, что просто заглушают все вокруг. А вот одна из путешественниц. Я смотрю, уже бобик почти сдох. Это ты на какого бобика сейчас? Это который полудохлый. Это главная улица.
прогуляемся вместе с нами по этой удочке. Это ведь кусочек истории, оставшийся от Римской империи в Турции. Которую мы в школе так не любили учить. А мне история Рима, Греции нравилась. А вот это тоже еще одна агора, тоже административное здание. И тут был базар, тут был рынок. Короче, тут был базар. Стояли торговцы, продавали свои товары, потому что Фасерис был торговым портовым городом. Тут продавали рабов. Дырка закрытая, чтобы не провалились. Там, наверное, держали рабов. Называется «Дотронуться до истории». Вот это бани. Вроде как говорят, что это бани. Целый ряд бань. Мы выходили своими фасадами на центральную улицу. Видно эти бани. Центральной аллеи. Хамам. Баня должна была откуда-то поступать вода. Вот это вид на те же бани, но не с главной улицы античного города, а с обратной стороны. И вот здесь по этому акведуку, вот скорее всего, вот так вот, вот осталась еще стена, видимо, вот, вот так вот, в эти бани подавалась вода. Вот этот акведук остался. Ну, конечно, его развалины. Видимо, откуда-то с гор. И по этому акведуку она текла сюда, в город. Я вообще на него залез. Надеюсь, меня не арестуют. Hello, туристы! Скоро домой? Домой не хочется? Сторону вот этой вот горы. Но все проходит, все заканчивается. И город, просуществовавший тысячелетия, развалился. Закончится скоро и наша экскурсия. Повезут нас на обед. Вот мы уже приехали в ресторан. Да, сейчас нас будут кормить. Обещались кормить форелью и курицей, и рыбой какой-то, и котлетами. И
того, и другого, и можно без хлеба. Такая горная речушка, на берегу которой находится ресторан. Здесь прохладненько, водопадик журчит. Нас привели в такое место, на берегу горной речки. Мы уже тут сидим минут 30. Они ловят рыбу, которую мы заказывали. Ни кур, ни форели не видно пока. Ничего не видно пока. Очень долго. Наверное, это входит в экскурсию. Готовить они умеют. Я ничего не скажу. Мне нравится вкусно. Тебе принесли форельку. Одну картошечку. Ну, порции, скажем так, не турецкие. Не очень большую. Тут еще, как обычно, лепешки, вода. Мы взяли два сока фреш апельсиновых и салатик и соус. Как она, вкусная?